Доброго времени суток зрителям, всем гостям нашего канала. С вами Росси, и мы начинаем прохождение кампании за Нежить в игре Warcraft 3 Reforged. Глава 1. Возрождение культа проклятых. Магическая чума, насланная королем Личом, распространилась по всему Лордорону. Остатки армии Альянса, деморализованной убийством короля Тереноса, не смогли противостоять ордам Нежити. От некогда великого Лордорона осталась лишь тень былой славы, а принца Артаса уже давно никто не видел. Ну и смотрим начало. Что это за фокусы? Малганис? Не знаю, как тебе удалось выжить, но я... Успокойся, принц Артас. Меня зовут Тихондрий. Я повелитель ужаса, как и Малганис, но я не враг тебе. Напротив, я пришел тебя поздравить. Поздравить? Ты прекрасно справился с первым испытанием. Когда убил отца, я отдал эти земли во власть плети. Король Лич доволен твоим энтузиазмом. Да. Я обрек на вечное проклятие всех, кого знаю. Принес ему в жертву все, чем дорожил. И ничуть не жалею об этом. В моем сердце нет места стыду или раскаянию. Рунный клинок в твоих ножнах был выкован самим королем Личом. Его предназначение — поглощать души, и твоя стала первой. Что ж, души мне не жаль, проживу и без нее. Что от меня нужно к королю Личу? Тебе предстоит возродить культ проклятых. Среди местных жителей скрывается множество его последователей. Призови их под свои знамена, и я расскажу, что делать дальше. Вот такие вот дела, ребятки. Артас стал рыцарем смерти, соответственно, встал на службу королю Личу. Его новый друг Тихондрий подсказывает нам, что нужно немножко теперь поработать на благо плети. Никто не смеет мне приказывать. Итак, спасите 20 послушников, Артас должен выжить. Вурдалак — это базовый воин, владеет каннибализмом, который позволяет ему восполнить здоровье. Понятно, подсказка к смерти. Хорошо, мы отправляемся. Приветствую вас, повелитель. Шалом. Кел'Тузад предупредил, что вы придете за нами. Кел'Тузад? Как он вообще мог знать? Будьте осторожны. Если горожане увидят ваших прислужников, они позовут стражу. И тогда вам не избежать боя. Ну что еще? Короче, нужно спасать наших послушников. Так-то лучше. А, наконец-то. Нежить, наконец-то. Я живу, чтобы служить тебе, владыка. Ничего страшного. К оружию! Помните, что я принц, да? Кстати, шмотки все попропадали. Ну, конечно, Артас, наверное, 10 тысяч лет скитался по Нордсколу. Просто буду убивать их всех, потому что они должны знать, кто тут король. Не зря ящичек разбили. Наконец-то. Нежить, дайте тревогу. Так-то лучше. Загляните на кладбище. Те, кто похоронен, ты там будут служить все вам верой и правдой. Ну, тень. Говори. Блин. Ну ладно. Трусливое создание. Придется убить тебя, капитан. Ты увидишь все. Тень у нас как разведчик, короче, может быть. Не
Никто не смеет мне приказывать. Ну, этих давайте уже убьем. Так как у меня уже есть мощное зелье исцеления, мне это все не страшно. Я буду твоими глазами. Будь осторожен. Так. Убивает союзника нежити и придает часть его здоровья рыцарю смерти. Ускоряет передвижение и регенерацию здоровья. Возьмем ускорение регенерации здоровья. Ледяная скорбь. Кстати, а почему вы что считаете, что я не смогу вольнуть что вот этим двум? Хочешь, я думаю, смогу, если надо, еще и казармы смогу разрушить. Я буду твоими глазами. Сейчас мы так и сделаем. Я, если честно, раньше всегда проходил эту миссию без боя. То есть разведывал с помощью тени, разведывал, куда можно пройти, чтобы не зацепить. А теперь я решил устроить им геноцид, потому что как бы мы за Артс играем, который уже плохой мальчик. Если мы могли себе позволить вырезать весь город, когда он был хорошим мальчиком, то почему мы не можем себе позволить вырезать пару рыцарей, когда он уже стал плохим? Поэтому я считаю, что вот этот парень сейчас должен получить мзды. Так получилось. Полечим. Не надейся на быструю смерть. Так, а что тут есть? Какой-нибудь последователь петлети, который, да, есть скрытый послушник. Оп, и мы опять целы. Я, кстати, если честно, думал, что с рыцаря что-то выпадет интересное. Из этого ничего не выпало. Ой, боже, я буду до завтра бить. Ледяная скорбь жаждет крови. Колотите пока. На помощь! Нежить вернулась! Ты узнаешь, что такое боль. Вы узнаете, что такое боль. Как-то лучше. Лошадка. Ладно, местные жители тут. Включают, стоят. Не надейся на быструю смерть. Ледяная скорбь жаждет крови. Наконец-то. Ничего не дали. Склоняюсь перед твоей волей. Наконец-то. Ну что так, еще? Так, ладно, мы пока хочешь увидеть? Тенью разведаем. Посмотрим. Мы пришли отсюда, а что здесь? Тоже он послушник. Никто не смеет мне приказывать. Милорд, пощадите. Конечно, я тебя сейчас пощажу. Все, пощадил. Жизнь замерзула. Ты увидишь все. Что здесь? Вот еще. Ведь я и не знал. О твоих страданиях сложат легенды. Ребеночек стоит, смотрит на водичку. Проклятые ждут приказов. Вот лечебное зелье еще попалось. Еще ящики. И еще. Так-то лучше. И ни хрена не выпало. А жаль. Я что-то до последнего думал, что что-то с казарм выпадет. Ну что еще? Я ладно, пока тебе не пошлем. 6 из 20. Меня никто не заметит. Надо обходить, получается. Тайное станет явным. Через водичку. Обойдем по левой стороне. Раз, прислужник. Меня никто не какой-то здоровяк. Два, прислужник. Будь осторожнее. Тоже ничего не выпало. Ну, зато мы знаем, что теперь надо обойти по левой стороне. Ледяная скорбь жаждет крови. А, наконец-то. Наконец-то. Жизнь замерзла. Ты узнаешь, что такое боль. Мертвые восстали. Стража! О твоих страданиях сложат легенды. Наконец-то.
Вот еще один. Милорд, пощадите! За короля Лича. Мы уже почти добрались до кладбища. Наконец-то. Склоняюсь перед твоей волей. Ладно, с этим придется подраться. Так-то лучше. Не расстраивайся, вурдалак, ты его сейчас схаваешь. Как нету? А вот это что, не труп? О. Кушай, кушай, кушай. Ты увидишь все. Что здесь? Кстати, у Тайлера урон 1.2, а у Роберта урон 1 с 1 по 3. То есть Роберт сильнее, чем Тайлер. Никто не смеет. Что ты хочешь увидеть? Давай, что здесь у нас? Что ты хочешь увидеть? Мне повезло. Здесь есть несколько свежих могил. Именем короля Лича. Восстань! О! Говори. Нормально, то и теперь темка. Теперь мы можем всех покарать. Ну что еще? Еще раз сюда пойдем. Ледяная скорбь жаждет к молись перед смертью. Ну, давай. Спасайся, кто может! Ледяная скорбь. Как у них все совпало. Разбойники с одной стороны напали, с другой стороны напала нежить. Так-то лучше. Трусливое создание. О твоих страданиях сложат легенды. Никто не смеет мне приказывать. Склоняюсь перед твоей волей. А, наконец-то. Что ты хочешь? Так, увидеть? Еще один. Посмотрим. Меня никто не заметит. Второй. Наконец-то. И разбойники одного послушника держат. Скорбь жаждет крови. Проклятые ждут приказов. Наконец-то. Ну ладно, придется разбойников немножко нахлобучить. Наконец-то. О, паучье кольцо. Плюс один к ловкости героя. Да, сейчас бы Артасу вот те артефакты, которые у меня были, когда он был хорошим парнем. Было бы вообще классно, там только когти чего стоили. Ты узнаешь, что такое боль. Ты увидишь все. Ну, лечебное зелье выпало, я даже внимания не обратил. Я буду твоими глазами. Будь осторожен. За короля Лича. А, наконец-то. Ледяная так, 12 из 20. И мальчишку тоже. Так-то лучше. Жизнь за Нерзура. Никто не смеет не хочешь увидеть. Наконец-то. Ворота ты надо разбить. Ну, конечно, можно еще? Было бы это, наверное, все быстрее пройти, если бы я сразу шел по. Так-то лучше. Я живу, чтобы служить тебе, владыка. Хотели хлопчика моего убить, нельзя. Так, тень вперед. Ну что еще? Кому нужно хавать, хавайте. Так вот, можно было бы это все быстрее пройти, но я ж не могу не исследовать все, что здесь есть. Так, тут вот хлопцы хотят крепить. Один рыцарь стоит. Никого нету. Еще один. Что здесь?
Пойдем по низу, наверное. Угу. Угу. Так и сделаем. Говори. Зелеманы. Будь осторожнее. Наконец-то. Что ж такое? Уже не такие крутые. Пацана, значит, хотели наказать вдвоем, да? Конечно, обязательно. Ледяная скорбь жаждет крови. Че-то не сгорел. Наконец-то. Че не так злятся, ну подумаешь. Считайте, это просто был обычный дворцовый переворот с применением силы. Так-то лучше. Так, ладно, деритесь с ними, короче, я пойду заберу. Ты узнаешь, что такое. Те вурдалаки красивые. Никто не смеет мне приказывать. Иди похавай. Ну что еще? Говори. Ледяная скорбь. А, наконец-то. Мертвые восстали. Стража! Наконец-то. Проклятые ждут приказов. Что ты хочешь увидеть? Я. Будь осторожны. Оп. Ледяная скорбь жаждет крови. Перебьем их! Попробуй. Наконец-то. Не надейся на... Ну, сразу 4 послушника стоят, нифига себе. Говори. Так-то лучше. Не надейся на быструю смерть. Наконец-то. Тут тоже вон ребята, вижу, собрались поглазеть, да? Что-то куча детей. Милорд, ты узнаешь, что такое боль. О твоих страданиях сложат легенды. За короля Лича. Ледяная скорбь жаждет крови. Проклятые ждут приказов. Ты всех нас предал. Бывает. Не надейся на быструю смерть. Ну что еще? Наконец-то. Никто не смеет без приказа. Ждут приказа. Так-то лучше. В принципе, задание выполнено. Наконец-то. Прекрасная работа, рыцарь смерти. Культ проклятых почти возрожден. Вардерон лежит в руинах. Не понимаю, зачем нам теперь эти фанатики. Поверь, они еще пригодятся тебе. Для чего? Ты отправишься в Андорал и найдешь останки их бывшего повелителя, некроманта по имени Келтуза. Вот так вот. То мы Келтузада догоняли и убивали. Теперь мы Келтузада будем воскрешать. 17 минут я потратил. Можно было бы быстрее. Ну, ребятки, маем и шамаем. Глава 2. Прах к праху. На следующее утро на окраине Андорала. Ну, а это уже будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. С вами был Росси. Вы были на канале Ролигейм Онлайн. Всем пока-пока и до скорых встреч.